Стоять! Интерфейс стендофа ровно 5 лет назад. Слушайте, а мне нравится ОВМ, который был раньше. Замечательная, красивая лошадка. Мы залезли на самый верх стендофа. Опа, а кто это у нас вот такой красивый? Здорово всем, ребята, Кентух на проводе. И прямо сегодня покажу самую первую, самую первую версию стендофа в мире. Это эксклюзивное видео, и оно попало ко мне в руки. Потому, ребята, мой вам совет: прямо сейчас прожмите лайкусик, если вы не пепок у меня на аватарочке. Также подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, чики-бамбони, поехали! Ну что же, ребята, вам не показалось, это самая первая версия стендофа. И как вы знаете, самая первая коллекция, которую добавили разработчики, это была Origin. Поэтому именно вот такой замечательный, красивый КРТХ прям был на загрузочном экране. Как же это красиво. Знакомьтесь, интерфейс стендофа ровно 5 лет назад. Я просто обалдею, идеец, бам-бам-бам. Кстати, да, обратите внимание на последние новости. Только добавили Assistance коллекцию, и только тогда добавили Origin коллекцию. Это две самые первые коллекции во всем стендофе. Давайте мы прямо сейчас перейдем в инвентарь, и вот тут, ребята, будет очень интересненько. Раньше, если вы создаете аккаунт, вы на халяву получаете один Origin боксик. То есть не импар, не скорпион, именно Origin. Представьте, как это было бы круто сейчас, потому что любой скин из Origin бокса стоит, ну, минимум, наверное, пол голды, а то и голду целую. А если повезет, можно выпустить там чека РТХ. Ну что же, переходим, ребят, в магазин и посмотрим, что же у нас во вкладочке магазин. Ну а в вкладке магазин вы посмотрите, как это все было реализовано. У меня такое ощущение, что я не в магазине, а то, что я обратно в инвентаре, просто еще появились дополнительные цены. Origin кейсик стоил 100 голды. Я сейчас плакать хочу. 100 голды, то если бы я знал, я бы их купил бы, не знаю, штук миллиард. Квартиру продал бы, купил бы этих Origin кейсичков. И сейчас смог бы продать в 35 раз дороже. Ну что, ребят, вперед открывать Origin боксик. Давайте посмотрим вообще, как это все выглядит. Это Origin Box, чекайте. Это Origin Box, вам не показалось? Блин. Согласитесь, стрёмно. Я бы сказал бы даже так. Это очень стрёмно. Ну что же, надеюсь, вы готовы. Поехали. Блин, как все лагает. Такое ощущение, что раньше стендов был просто в 3 FPS. Какие же это жесткие лаги. Блин. Вот именно с этого всего начиналась история стендофа. О, а сейчас будет осмотр. Это вообще отдельная тема. Это осмотр. Просто вот эта картинка, это назывался раньше осмотр. И теперь сравните с тем, что происходит сейчас. Просто небо и земля. Разработчики, вы большие молодцы. Конечно, вы ленивая задница, потому что одни голпасы добавляете и все. Но все равно вы молодцы, потому что стендоф сейчас изменился просто до неузнаваемости. Вы думали, я останавливаюсь? А погнали-ка мы. И еще разочек откроем, ребят, Origin боксик. А вдруг нам повезет, и вдруг сейчас выпадет такая РТХ. Но мне кажется, вряд ли. Ну что же, смотрим, что нам выпадает, и нам выпадает, ребята. Вот мне вот интересно, что раньше падала какаха, что и сейчас, да? А, конечно же, EMP-пиксель. Ну, я даже не сомневался. Что раньше падала какаха, что сейчас? В стендофе это всегда стабильно. Ну, поехали дальше, я не останавливаюсь. А вдруг-ка мы прямо сейчас выбьем, например, эмочка у некромансер. А ну-ка. О, стоять! Ай-яй-яй-яй-яй, не, ну чё за люди, не, ну чё за люди. Давайте еще раз посмотрим на этот осмотр. Блин, какой он стрёмный. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим на старый режим под названием Deathmatch. Он даже не командный бой. То есть так и называется Deathmatch. Давайте посмотрим, что же это за режим. А, кстати, да, он проходит на карте Short Dust 2. Небольшой спойлер. Я знаю, что это за режим. Он очень похож на командный бой. Ну, а если точнее, он и есть командный бой. Ну еще почему? Давайте посмотрим, потому что, чтобы понимали, раньше только этот один режим и был. Больше их режимов не было. Кстати, блин, какой красивый раньше был выбор команды. Обалдеть. Вот если честно, мне даже нравится больше, чем теперешний. Вот, выбрал команду, потом нажал кнопочку выбрать, ну и так далее. Это было очень удобно. И, кстати, да, раньше был в стендофе только английский язык. То есть, да, в самых первых версиях стендофа не было даже русского, вообще никого не было. Просто English language, поэтому, пацаны, мой вам совет, не прогуливать английский. А то, мало ли, стендоф 2 выпустят новую игру, там, типа стендоф 3. И там все будет на английском. Потом, пацаны, ходите на уроки, учитесь. Карта Short Dust 2. Что же это такое? Я смотрю вот так вот, если честно... Ой, блин, какая анимация выстрела. Что это за огонь? Блин, если честно, у меня такое же самое пламя полыхает, когда мне пишут в комментариях, что я пепа. Посмотрите, просто посмотрите, что происходит. Ё-моё, даже минимапы нету. Где минимапа? У многих возникнет вопрос, а куда же делась карта Short Dust 2? Ну, скажем так, эту карту разработчики украли, поэтому им пришлось ее удалить. Блин, а почему все так медленно ходят? Я не понимаю, что происходит. Это походу реально раньше была такая скорость бега или как? Посмотрите.
смотрите, тупо черепаха. Блин, как, что по прицелу, что по ему, какие лаги. Просто взяли с спины, замочили. Ё-моё, ребята. Все просто нереально лагает. Ну, кстати, карта была очень прикольная. И обратите внимание, какой маленький выбор оружия. Всего лишь АВМ, М16, М4 и 3 пистолета. Все, это все. Где ФАМАСы, где М60, где М40, где все. О, кстати, М16 это очень классная пушечка. Она что раньше была топовой пушечкой, что сейчас. Блин, ребят, ну как медленно раньше ходили персонажи. Обратите внимание, как же медленно, какие черепахи. Ай, вообще минимапа нет. Непонятно, откуда по тебе стреляют. Да он, противник, снизу. Ну. Ё-моё, ребята, что происходит? Что это такое красное? Ну вот, прямо сейчас мы, ребята, видим, как же раньше выглядела статистика. Так вот, я могу сказать только одну. Статистика выглядела максимально стрёмно. Такое ощущение, что я на каком-то уроке информатики таблицу в Excel сделал. Давайте лучше посмотрим, как выглядела карта Training Outside. Это та самая карта Training Outside. Это, наверное, вторая карта после Short Dust 2, которая была добавлено разработчиками. Обратите внимание, насколько же все в древнее. Но знаете, что мне нравится в этой карте, что было раньше? Освещение, какое оно яркое. Как же оно классно. О, кстати, да, вместо почины, смотрите, вместо мини-мапы сверху слева видно киллы. Ну, с одной стороны это плюс, с другой стороны это минус. Кстати, да, раньше командный бой всегда шел по 10 минут. Обалдеть, какое же огромное оружие в руках. Блин, чисто пол экрана занимать, ничего не видно. Ага, давай стреляй. Ядрить, колотить, даже непонятно. Ты по парнику попадаешь, не попадаешь, не лаги. Обрати внимание, какая раньше была отдача у эмочки. Ее просто не было, ты просто наводишься, стреляешь такой. Привет, Андрей. Обалденно. Давай, оп, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну чуть повыше прицельчик, какие раньше все были нубы, да? Просто прикиньте, если бы я сейчас с моим скиллом зашел на карту Training Outside, то я вам отвечаю, да я бы тут просто всех разорвал. То есть, если бы изобрели машину времени, я бы в прошлое вернулся. Во-первых, я бы скупил больше кейсик, во-вторых, я бы зашел бы, ребята, в командный бой и чисто всех бы развалил. Ай-яй-яй-яй-яй, колбаска ТВ замочила нас. Минус 158 урона, блин, посмотрите, а что у него в руках? У него в руках вообще ничего нету, ха! О, а ща будет угар, посмотрите на АВМ. Давай, ну. Блин, это новые зумы. Давай, целься и стреляй. Бабах! Ой, хорошо. Хорошо-то как, слушайте, а мне нравится АВМ, который был раньше. Неплохо, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Обратите на этот дымок, который после выстрела происходит. Хана, в упор не попадаю. Это что за ерунда, давай. Это просто капец. Ну как, посмотрите, он даже не видит, он не слышит. Походу раньше все играли вообще без наушников, потому что, ну, противники вообще не слышат, что я их обхожу со спины. Надеюсь, вы, ребята, готовы, потому что это измененная карта Зона 9. Эта версия немножко поновее, но тем не менее, это самая первая версия карты Зона 9. Просто обратите внимание на вот это, да! Да была надпись Зона 9 на карте Зона 9. Какая она была красивая. Зачем разработчики убрали, вы спросите у меня. Я вам скажу только одно. Я не знаю. Давайте посмотрим, сколько у нас было плентов. У нас было 2 плента. Ну, в принципе, у нас и сейчас 2 плента. Сколько у нас было прохода? У нас есть всего лишь 2 прохода. У нас нету меда. Вы не поверите, реально нету меда. Только проход на плент Б и только проход на плент А. Как же можно было пройти на плент Б? Посмотрите. Слева, как вы видели, у нас нету прохода. То есть у нас есть только один проход. Все. Как же это было скучно, не было никаких тактик, не было ничего. Это, ребята, у нас мид, и сразу после мида у нас идет плент А. 2 плента, 2 прохода и закаточка. Обрати внимание, что это за машина, у меня спросят, я не знаю, что она тут делала. Блин, а мне нравится, я бы с радостью поиграл бы на старой первой версии карты Зона 9. Какая она красивая, реально обалденная, классная карта. Так, это у нас, как я понимаю, респаун, какой он маленький. Обалдеть, какой же он маленький. То есть тут вспомнилась команда КТ, и она вспомнилась, по сути, сразу на пленту А. Ничего себе, ага, вот так я могла пробежать и сразу добегала до плента Б. Ничего себе, буквально за 20 секунд ты мог с одного плента добежать до второго. Ну а вот это, ребята, самая первая версия карты провинция. Да-да-да, вам не показалось, блин. Как же обидно то, что разработчики изменили. Мне так нравилась эта машина, я постоянно в ней крысил. Кстати, да, прикиньте, я застал эту карту. Да, насколько я кем-то пока старый. И тут сейчас будет лошадка, блин. Вот почему брали эту лошадку? Замечательно, красивая лошадка. Вот, я всегда, когда вспоминал карту провинции, я всегда ассоциировал эту карту с этой лошадкой. Но разработчики взяли ее, убрали и вместо нее поставили бочку. Какой же огромный тут проходик, чисто. Можно было всю командой заходить и просто врываться в плент Б. Так, а вот это, ребят, у нас респа КТ.
О, я помню эту пасхалочку. Какое же чувство ностальгии. Вот, я не знаю, если вы наберете много-много лайков, я зайду на старую провинцию. Наверное, если разработчики меня не забанят. Ну что же, пацаны, блин, как это круто. Вот, поставьте плюсы в комментариях, кто хотел бы реально поиграть на этой карте. Интересно посмотреть, сколько нас. И вообще, кто играл на этой карте, прожмите тоже плюсик. Кстати, да, раньше, если вы запрыгнете на лошадь, можно было просто чекать все планты. Просто выпрыгайте, и все видно. Тем более, в этой версии уже есть мини-мапа, поэтому вообще было очень идеально. Понял, раньше делали пацан с двух человек, запрыгивали на лошадку и абсолютно полили всех и вся. Это было очень круто. И, к сожалению, вот этого прохода раньше тоже не было. Как же его сейчас не хватает, да? Вот такое ощущение, как люди раньше играли без него. Но, тем не менее, играли, и вполне нормально, даже я играл. Ну а прямо сейчас я покажу самую первую версию карты Sandstone. Посмотрите, как раньше была открыта дверь. Дверь была открыта просто нараспашку. Это, ребят, у нас тёмочки. С тёмочки мы могли пробежать, куда мы хотим. Это мид. Да, мид тоже был измененный. Даже не верится, что сейчас тут стенка. А раньше тут был деревянный забор. Ну, так сказать, 21 век, технологии, все дела. Кстати, да, раньше можно было запрыгнуть сюда, прикиньте, с дома. Я даже не знал. Обалдеть. То есть взял, запрыгнул сюда и просто чекаешь весь план Б. Вау, это, наверное, было очень полезно. А, можно было даже вылезти за карту. Ха-ха-ха. Мы осуждаем любые баги. Баги — это плохо. Не надо ни в коем случае бага юзить. Блин, сколько же раньше было багов. Просто представьте, если сейчас зайти на какую-то старую карту. О, куда это мы залезли? Мать моя женщина, роди меня заново. Что? Мы залезли на самый верх Sandstone? Это не сон? Я не верю своим глазам. Мамочки! Мамочки! Это где мы? Так, ага, это у нас плент А. Ну а прямо сейчас я покажу плент А. Обратите внимание, да, это плент А! На нем ничего нету, вообще ничего нету. Это плент А, и раньше люди так играли. Даже нету апартов. Какой же он пустой, я не знаю, что там раньше делали, но это реально было очень скучно. Блин, если честно, у меня проснулось такое чувство ностальгии, прям захотелось поиграть в старый Sandstone, но, к сожалению, сейчас в него поиграть уже никак нельзя. Обрати внимание, вообще ничего нету, тупо пустая карта, чисто стены, и все. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если хотите получить любой из этих ножичков, кроме Kerrgold, конечно же, то прямо сейчас подпишитесь на мой телеграм, потому что именно там я буду раздавать все эти ножички. Жду всех, мои телеги. Все, ребята, всех обнял, приподнял, всем удачки, всем пока.